Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Иловля Фишинг, и сегодня мы выбрались на речку Иловля, на такое вот местечко, будем пробовать ловить окуня. Я даже решил попробовать вначале, не успел заснять, уже поймал 4 окунишек, один был вообще маленький, отпустил, а 3 взял более-менее такие на засолочку, он уже ходил в садок, сейчас будем пытаться поймать еще. Итак, поехали. Золочку я использую стандартную окуневую. В принципе, больше ничего не надо для успеха. Но иногда, конечно, бывает, что он стоит по воды или бьет на поверхности. Но, как правило, даже в таких случаях он всегда ловится со дна. Ну, еще, конечно, все зависит от глубины вашего водоема. Сейчас я поставил струнный поводок, потому что при ловле окуня в этом месте у меня не раз срезала щука. Ловила тут недавно очень хорошенького изя, килограммчик такой вот где-то поймал на приманку джиптейл от Lucky John. Сейчас я пробую китайчий зишайнер 2 дюйма. Надеюсь, он поймает 5-го окуня. Посмотрите на эту красотищу, друзья. Сейчас 20:07. Приехал я к 6 часам, в общем, пока собрался, пока туда-сюда. Очень красивый пейзаж, степь и такой вот рассвет. Ну, уже, конечно, не такой был, когда я ехал, но все же. Сейчас сменю я постановочку и попробую поймать что-нибудь тут. Там, сразу скажу, была просто разведочная постановочка такая. А тут, в принципе, должен стоять окунёк именно в этой протоке. Хотя, как я заметил, сюда он выходит, он прям котлами выходит сюда часов 9. А вот именно вон там вот, в расширении реки, как можно сказать, где кувшинки, там он активно питается утром. Сейчас попробуем тут, а потом еще сходим туда подальше, попробуем. Там вчера я был на рыбалке, поймал я щучку некрупную. Одна щучка килограмм на 1,5 срезала, тоже на такие вот приманочки. И поймал несколько приятных окуньков. Будем продолжать. Очередная постановочка, дорогие друзья. Я обошел эту протоку со стороны. Сейчас хочу попробовать обкидать эту протоку. Получается, проводка у нас будет против течения, и по мне это наиболее выгодный вариант. Сейчас думаю, что точно должно клюнуть у нас. В общем, дорогие друзья, была поклевка, и вот откусили изишайнеру хвостик. Мне что-то лень ставить новую приманку, не жалко. Сейчас попробуем доловить на оборванную приманку. Сейчас был прям выход котла, но он был короткий, заснять не удалось. Я забросил прям где-то поперек этого котла. И вот сразу же уверенная поклевка. Несколько секунд подержал окунька на крючке. И он благополучно сорвался. Ну, как всегда, закон подлости. И сейчас буду пробовать ловить, получается. Приманка у нас стала как такой вот небольшой, но он довольно обтекаемым хвостом. Слаг такой получился. О, белый камышах щука. Вот тут видите такие камыши, и там вода. И вот постоянно, особенно под тем берегом, прям бьет щука. И на скидку по всплескам килограмма на 3. Я ставлю фотографии, когда я, ну, не смог снять видео. Я в этом году поймал вот на днях буквально пару хороших щучек.
по 3 килограмма. Вот. Сейчас будем пробовать. Ловить рыбку большая, маленькая, как говорится. Я думаю, и на слаг должен, в принципе, около не попасть. Но если ничего не будет, поменяем, пойдем приманочку и продолжим рыбалку. Да, все же пойдем сменим приманочку, потому что что-то не хочет клевать беззаборного хвоста. Но, видимо, рыба не такая еще активная, еще утро. Видимо, она еще не проснулась. Я сегодня планирую половить часов так до 10-11. Это будет одно видео, а потом я еду на Дон, буду пробовать поймать сазанчика на снасти, макушатники. Это будет второе видео, поэтому думаю, вам будет интересно. Сейчас что-нибудь поставим. Даже не знаю, что поставить. Я сегодня взял небольшой наборчик. Это тут есть немного вертушек, немного колебалок. И, естественно, немного силикошек. Сейчас что-нибудь поставим. Хочу попробовать поймать легендарную приманку Deep Tail от Lucky John. Это просто легендарная приманка. Сколько я на нее куни переловил, наверное, больше полсотни точно. Вот. Откусила хвостик, зараза рыба. Так, пусть пока тут полежит. Но мы оснащаем. В общем, 4 грамм грузик у меня. Струна идет. 4 грамм грузик. Одинарный крючок. Красным цветом. И, естественно, приманочку ложное оснащение вот этим макаром. И сейчас будем фигачить чекуней. Так, я сейчас, наверное, попробую все же поймать еще вот тут, попробую что-нибудь и пойду опять туда. Вот, что там плещется, уже начинает. Ну вот скоро уже начнутся котлы. Смотрите, дорогие друзья. Вот на столбе, если вы слышите, там дятел. Схожу потом, покажу вам поближе. А сейчас пока попробуем что-нибудь поймать. Очередная постановочка. Мы под деревом. Будем, я сейчас забросил несколько поклевочек. Будем пытаться вымочить окна. Так. Грамма тут вообще хватает, больше я не ставлю, даже не пытаюсь. Ну, периодически можно поставить 6, когда нужно пробить. Ну, как назло, ушел оттуда, а там котел, дорогие друзья, видите, да, всплески, как бьется там мокрый. Сейчас, наверное, туда опять пойдем, вот бегать не успеваешь. Ну сколько там стоял вообще без поклевок. То оттуда ушел, теперь там всплески. Вот как можно. Дятел меня увидел, улетел. Так что мне должен взять, он на том столбу сидел. Вот. Вот что за закон подлости такой. Мы попробуем пробить. Вот участок. Да тут я еще с такой постановки так не ловил. Ну, сейчас сюда пойдем. Дальше, наверное, буду снимать только поимки, чтобы не тратить вашего времени. Думаю, вам неинтересно смотреть, как я сменяю одно за другим место. Ну, сейчас пойдем туда, поймаю что-нибудь. Обязательно вам покажу. В общем, дорогие друзья, с большим трудом я все-таки натягал чуть-чуть окуней. С огромным трудом. Поставил копию той приманки, которая утром ловилась. И на нее стала ловиться. Сейчас я покажу вам приманку. Вот такая вот приманочка. Это копия изи шайнера.
И она сработала, потому что из дешанера оторвал хвост, я пачку не брал, взял с собой одну приманку, в общем. Ну, чуть-чуть поймал окуней. Вот видите, дорогие друзья, есть один хороший. Вот чуть-чуть поймал, сейчас будем продолжать рыбалку. Еще часика-полтора, наверное, половлю, а потом поеду на Дон. Вот там вот мужичок подъехал, уже одну щечку поймал. Я настроен на окуня, мне нужно поймать, я его засолю. Тоже видео сниму, как я рыбу солю и сушу. В общем, пока что так. Окунь пассивный, котлов практически нету. Наверное, сегодня все-таки не окуневый день. Ну, чуть-чуть, наверное, поймал 8 окуньков. Еще были 2 маленьких, прям, наверное, с палец. Я их отпустил. Пусть подрастают. Будем продолжать рыбалку. Ну что, дорогие друзья, еще один стандартный окунек. Все на ту же приманку. Вот. У нас такой вот постановочки на длительной паузе. Сейчас уже скоро, наверное, буду собираться и буду выезжать на Дон. Всплесков особо нету. Рыба не очень активна. Поэтому будем скоро собираться. Смотрите, дорогие друзья, попался малявочный просто окунь. Такого, наверное, даже на живца можно ставить. Просто посмотрите, вот приманка, как пол окуня. Это просто жесть. Клюн такой с поклевкой хорошо. Сейчас мы его отпустим. Потому что таких мы не берем. Плыви. Поплыл. Ну иди же ты. Все, уплыл. Пусть скажет, чтобы ловились покрупнее окуньки. Еще один такой нёк, дорогие друзья. Хорошо сопротивляется. Довольно крупненький такой. Да, хороший окунёк. Вот, друзья, еще получается, он подбил эту приманочку. Сейчас это был такой просто курьез, дорогие друзья. В общем, я что-то засмотрелся куда-то, и приманка просто лежала на дне. Пауза где-то была секунд 10. И вот этот окуняра просто взял и цепанул нашу приманку с таким ударом прям. Это жесть, дорогие друзья. Будем продолжать. У нас осталось не так много времени, но будем продолжать. В общем, только что клюнула на ту же приманку не крупная щучка, но просто малявка, просто этот карандашик. Наверное, уже весь источенный карандаш просто. Вот моя рука, ладошка, вот щучка, вообще маленькая. Давайте мы ее скорее отпустим, чтобы подрастала. Сейчас очухается и пойдет. Вещичка. О, пошла. Все, хорошо клюнула. Хорошо, что не срезала. Ловлю сейчас без поводка в последнее время. На струну что-то вообще, что-то очень плохо стало ловиться окунь. Ну все, наверное, сейчас буду уже выезжать отсюда на Дон. Сейчас покажу наш уловчик. Ну так, скромненько довольно. Но не без рыбы. В общем, вот так вот мы сегодня поймали. Сегодня вечером засолим. Сейчас найду какую-нибудь ведерко или что-нибудь, чтобы довести до Дона и чтобы они выжили. Потом там надо, ну, уже плавали мне в садке. Потому что рыбалку я не завершаю. Нужно еще как-то рыбу довести до дома. Ну, посмотрим.
все. Думаю, будем заканчивать наше видео. Надеюсь, вам было хоть чуть-чуть интересно и полезно. Сразу скажу, сегодня я снял еще пару роликов про оснастку и тактику ловли окуня. Не знаю, но я опирался на свой личный опыт. Надеюсь, вам будет полезно. Если вам все понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. С вами был Матвей Сучков и канал Иловля Фишинг.